АДРА, НИСА – одни из наиболее значительных совместных учений Объединенных Вооруженных Сил, состоявшиеся в сентябре 1969 года. В них приняли участие штабы, соединения и части сухопутных войск, авиации, войск противовоздушной обороны четырех союзных армий, Национальной народной армии ГДР, войска польского, советской армии и Чехословацкой народной армии, а также военно-морские флоты ГДР, Польши и дважды краснознаменный Балтийский флот Советского Союза. В учениях участвовало большое количество личного состава, вооружений и техники. По территориальному размаху они охватывали почти половину территории Польской Народной Республики. Руководство объединенными учениями осуществлял министр национальной обороны ПНР генерал армии Войцех Ярузельский. Учения были приурочены к 25-летию существования Польской Республики. Ход учений. Учения проходили с 21 по 28 сентября. Воинам приходилось действовать в сложных условиях, максимально приближенных к боевым, как правило, ночью. На отдельных этапах учений проводились боевые стрельбы, личный состав решал боевые задачи умело. В отличие от предыдущих учений АДРА, НИСА, братство по оружию и щит характеризовались более широким кругом решаемых задач оперативной подготовки, территориальным размахом и большой численностью задействованных войск, наблюдателей и гости. На учениях АДРА, НИСА присутствовали руководители Польской Объединенной Рабочей Партии, правительства и Сейма ПНР, делегации всех армий стран Варшавского договора во главе с министрами обороны этих стран, а также военные делегации Монгольской Народной Республики, Кубы и Северной Кореи. Оценки, согласно Кристоферу Джонсу, адъюнкт-профессору политических наук в Школе международных отношений им. Генри Джексона при Вашингтонском университете, в учениях АДРА, НИСА принимало участие около 100 тысяч военнослужащих. По мнению польского ученого, профессора, доктора Владислава Горы, с учений АДРА, НИСА, превысивших по своему масштабу все предыдущие, проводившиеся на польской территории, начался новый этап сотрудничества союзных войск на высшем уровне. Источники.